Сейчас власти Египта пытаются максимально обезопасить туристов от акул. Как сообщили представители государства, были предприняты меры по охране берега, проводится постоянное патрулирование пляжей. Туристам купаться и нырять с аквалангами не запретили, но предупредили о необходимости быть максимально бдительными. Напомним, в воскресенье у берегов курорта Эль-Кусейр на купающегося мужчину напала акула. Морской хищник буквально откусил туристу ногу, и от полученных травм мужчина скончался еще по пути в больницу. Последний раз случаи агрессивного поведения акул фиксировали у побережья Египта в 2010 году. Несколько человек стали жертвами нападения. Погибло трое российских туристов и женщина из Германии. Один из курортных городов был закрыт на неделю. При этом в целом нападение акул на людей у берегов Египта – явление достаточно редкое по сравнению с другими местами, где обитают эти хищники. На протяжении 50 лет зафиксировано лишь несколько случаев.